Привет, мужики и девушки! С вами Воблер, это у нас игра Ravenfield. Мы сегодня вместе с вами рассмотрим новое оружие, которое здесь появилось, а также новую карту, на которой мы и побегаем. Карта сама по себе небольшая, но чем же она такая интересная и примечательна? Дело в том, что здесь есть здания, да, такие вот, которые стоят близко друг к другу, то есть у нас будет плотный контакт с врагом. Также здесь есть юниты со скинами. Как наши, так и вражеские. Вы посмотрите, как выглядят эти человечки. Ну, реально, такие военные ребята. Но, если честно, если присмотреться, они почему-то мне напоминают мужчин кавказской национальности. Вот такие вот они, бородатые. Ну, мужики, самцы. Смотрите, пошли, пошли в атаку, в атаку. Такие побритые. У нас сверху есть какие-то танки. Я не знаю, как наверх залезть. Возможно, это чисто декорации. Красная команда тоже выглядит. Вот, допустим, видите, как нет. Вот как она выглядит. И мы понимаем, что это красные после того, как мы уже их убили. Так вблизи сразу непонятно, где красный, а где синий юнит. Что касается оружия. Оружие вот какое у нас интересное. Крис Вектор, много модификаций, Глок 19 и есть другие пушки, которые мы рассмотрим на другой карте, потому что оно здесь их протестировать не совсем получается. Смотрите, это вообще убойно. Я как посмотрел, у меня просто челюсть отвисла. Начнем с того, что у нас есть лазерный прицел, который уже помогает нам, куда нужно стрелять. Также у нас есть такой вот прицел, да, которым мы можем немножко как бы приближать и более точнее стрелять. И 100 патронов в барабане. Ребята, 100! То есть мне всегда было мало этих патронов, а теперь смотри. Просто стал вот так и закидываешь, 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 пока патроны не закончатся. Точность стрельбы просто изумительная. И так это только эта модификация. Другие я еще вообще не смотрел, а просто поставил с барабаном и глянем, что же тут где и находится. Вот это враги, если что, ребят. Это все враги, мы просто вот так вот с прицелом поливаем. Тут даже не надо иметь какую-то точность, какой-то скилл. Просто поливаешь их. Но надо как бы все равно следить, сколько у тебя патронов в обойме и вообще сколько у тебя есть. Это просто уничтожители, ребята. Вражеских солдат. Я не знаю, мне кажется, что после этого ролика это оружие будет мое самое любимое. Конечно, мы будем обозревать и другие пушки, но это просто капец. Вы посмотрите. Ага! Уничтожаем. Что ты тут такой стоишь? Что ты стреляешь? Кто тут? Зачистка. О-о-о! Стоим быстро за углом. Блин, что он сделал? Он гранату кинул. Вот чертяка. Ну да ладно, сейчас глянем, что у нас за пушка там Глок. Глок 19. Так, где наш Глок 19? Вот это обычный Глок на 15 патронов? Ну, такое дело. Хотя бы покрасили бы. Почему пушки не красят в яркие цвета? Вот я не знаю. И, кстати, прицел тоже здесь не зелененький. Я обычно люблю зеленый прицел, когда ставят мододелы на оружие. Я просто обожаю, когда зеленый. То есть оно четко видно. Вот, допустим, серая карта, видно, что оно зеленое. Конечно, у меня стоит прицел на мониторе. Я и без этого могу попадать сразу в цель. Но в то же время хотелось бы, чтобы... И пушки, чтобы какие-то со скинами были. Ну, я понимаю, что тут какая-то, возможно, кто-то историчности придерживается, но в то же время... Вот такая вот небольшая карта. Мы сейчас постараемся с вами сзади оббежать, навалять противника. Может, даже кого-то возьмем в свою команду. Где наши бойцы? Где они вообще? Это... Вот они! Чего ты здесь засел за дерево? Он, наверное, перекрывает, ребята, нашу территорию. Я думал, ты в меня стреляешь. Смотри. Он слился с окружающей средой. Это реально четкая камуфляжная форма. Видите, просто он залез в ствол. И со ствола дерева торчит ствол оружия. В стволе ствол, я бы сказал, да? Так. Пошлите за мной. Сюда, сюда. Давайте вперед прорывайтесь. Идите вперед, прощупывайте, как там вообще происходит. На вражеской территории нет, ребята. Давай сюда, наверное. А как они перелазят с ТП? Они что, просто взяли перелез... Ого! Они просто взяли и залезли. А так можно? Так, здесь сбоку вода. То есть карта не совсем доделанная, потому мы можем выпасть в текстуру и застрять. Вот я бы хотел наверх залезть.
Подожди, это враги! Я их всех уничтожил. Ребята, прорывайтесь. Кто грену кинул? Тут смотри, засели. Давай. Ой, я не могу. Это просто безумие. Какое же оно классное. Оружие, я признаюсь тебе в любви, блин. Просто безумие. Я не знаю, я реально рассмотрел много пушек. И всегда жаловался, что делали крутые автоматы различные. У них было 120 патронов. Здесь же у нас это какой-то пулемет, барабан. Огромный, поняли? С двух сторон, получается, у нас патроны. Возможно, с одной стороны 50 и с другой стороны 50. Так, я не понял, кто там вообще стреляет. Я хочу, если честно, еще наверх залезть. Вот тут я вижу какой-то проход наверх. Там мы еще карту не совсем-то обследовали. Вот как туда залезть? Вот это. Какой-то проход. Возможно, как-то... Ну... Что это сыпется? А, это мне кто-то хилочки дает. Как наверх вообще взобраться? Может здесь как-то? Не, ну карта такая вот она. Чувствуется, что недоделанная. И она маленькая. Но по своей насыщенности и по текстуркам она мне нравится. То есть, тут танк лежит, все. Так, я наверх залез. А что это такое? Это такая текстура непробиваемая, вы поняли? Ой, да, текстуры кривые, то есть... Наверх я смогу вообще взобраться. Запрыгнуть. Чувствую, сейчас быстрее забагуют. Ладно. Движемся вперед. Видите, насколько они точные текстуры. То есть патроны застряют. В невидимой стене. Зато, блин, скины человечка мне понравились. А я могу их просто оббежать? Вот так. О! Я бежал! Здесь танк стоит. Смотри, мы сейчас можем просто сзади где-то зайти. Воблер-читер! Да я не читер, просто я решил отсюда зайти. Так, здесь вода, мы можем провалиться, надо обратно возвращаться. Танк, не, ну танк прикольный. Смотрит туда. Так, заходим, где враги? Тихонечко, ребята, вот они! Блин! Они меня уже ждали! Ну да ладно, карту мы рассмотрели. Мне понравились скины, если бы эти скины можно было применять бы на какую-то другую карту. Кстати, вот мы можем здесь в игре выбирать карту. Оружие, какую-то технику. Почему мы в игре не можем выбирать скины? Допустим, скин человека. Было бы круто, то есть, чтобы ты мог применять его на разных картах. Вот мне этот скин понравился, но карта мне не сильно нравится, потому что она недоделанная. Я бы хотел этот скин, допустим, применить на другой карте, да? Вот надо сюда добавить именно еще модификацию, наверное, человека, да? Можно так его назвать. Либо скин человека, чтобы отдельно были моды по скинам. Не только по оружию. Смотрите, чувак сзади. Смотри, бежит, автоматом бьет в сторону. Ну да ладно, переходим, наверное, на стандартную карту. Архипелаг. Давай мы выйдем в главное меню. Выйдем туда уже, выберем технику, которую я там немножко скачал, новенькую. Там, по-моему, даже есть танки 7. Вроде бы он не сильно популярен, но, по крайней мере, могу сказать, что... Просто посмотрим танки 7, потому что я как бы играл в этом. Новая карта не очень. Вот. Я играл в World of Tanks, и там как раз и тоже играл на танке 7. Кстати, он мне вообще там не нравился. Пробиваемость отстой. Где наш танчик? Танк, танк, вот он. Просто и 7. Остальное, наверное, пусть будет в оригинале. А то мы так часто используем моды, что... Подожди, хотя есть еще какой-то трактор. Ну что же, вот наша карта Архипелаг. Мы сейчас с вами протестируем здесь танки 7, а также я поставил еще одно транспортное средство. Вроде бы у него там всего лишь 3 звезды в Steam Workshop, но все равно я хочу сказать, надо рассмотреть, потому что не всегда, скажем, такие вот популярные ребята делают нормальные вещи здесь в игре. Так, вот вертолет, самолет. Давай, наверное, самолет возьмем. Долетим быстрее мы. И уже высадимся. Давай, взлетаем. Я хочу первый занять позицию и захватить танки 7. Уже вижу какой-то самолет. Так, я-то по нему попал, но толку никакого. Мы сейчас должны выпрыгнуть и не забыть включить парашют. Выпрыгиваем. Парашют! Опа! На парашюте приземлился. Вот наш танчик. Сейчас мы на нем поездим, посмотрим,
сколько у него хп, как он вообще он реагирует на выстрелы по нему. Наши, смотри. Ой, кто это по нам? Ах ты черт, где моя, блин, снайперка? Подожди, кто меня? Самолет убил? Да я ж только прилетел. Надеюсь, что нашу сейчас захватят эту точку. Я уже здесь респанусь. Смотри, как они жестко наваливают. Либо сразу сесть за зенитку. А чё я здесь респанулся? Ну да ладно. Подождите, под стопе! Ждите меня! Ух ты, а что это за брызги в воду? Воды добавили? Стоять! Я здесь буду, я за рулем. За мной команда, смотри. Реально звуки воды добавили. Ну, фолловинг я ж нажал. Как бы вы должны за мной плыть, или вы плыть не умеете? Вы что творите? Вы плавать не умеете? Кстати, ребята, кто умеет плавать, пишите, кто не умеет плавать. Не, ну, возможно, ж есть люди, которые еще не научились плавать, да? Пишите, сколько вам лет и умеете вы плавать или нет. Ну что, все, приехали? Я понял. Ой, я что, обречен? Надо мне другая лодка. Вот лодка. Наши не могут забраться. Так, я за рулем должен сидеть. Я за рулем! Так, уйдите все отсюда, я хочу сесть за руль, а то вы меня сейчас отвезете. О, все. Бригада. Сколько нас? 3 человека? 4? А, нас 4. То есть я как бы командир воблер, и мы с подписчиками едем захватывать вражескую территорию. Направо. Что у нас по мини-карте? Слева захватили наши, справа что-то борются. Ну, мы давай поможем им. Тактическая группа. Морские котики. У-у-у, высаживаемся. Смотри, куда мы на катере подъехали. Так, что это за огонь? Вражеский вертолет. Блин, да ты задолбал. Кто по мне выстрелил? Откуда он взялся? Почему мои бойцы меня не прикрыли? Почему я снова здесь респанулся? Потому что у нас всего лишь одна точка. Ясен. Все ясненько. Так, давай вот так вот будем захватывать, потому что, ну, это не дело. Наши вроде бы все там взяли. Также, что у нас еще? Давай по поводу модификации оружия посмотрим. Этот пулемет мы посмотрели. Вектор. Давай, что вот это за вектор? Это какой-то кривуля, что ли? Я не знаю, что это такое. Давай мы респанемся. Посмотрим, как он вообще воюет, как он стреляет. Пока что мы на этой территории никуда не продвинулись, но вы видите результат. Нас быстро убивают. Пока я решил вертушку там вырубить, протестировать наш вектор-барабанщик на вертолете. Такие нас убили. Это что такое? Ага, вот видите, какой прицел тоже прикольный. И что я вижу? 25 патронов. Ну, довольно... Это... Я понял. Это чисто такое тактическое. Нас. Штурмовая. Только корабль. Ты плаваешь? Ладно, иди ко мне, дружбан. Садись. Все, поехали в атаку. Красного, вижу красного, сейчас задавим. Задавили? Нет, его кто-то быстрее уработал. Да, что могу сказать, ребятки? 25 кадров, 40 кадров. Не очень. В 2К тянет моя видеокарта. Так это на официальной, на карте, которая проработанная. Высаживаемся. Я больше не допущу ошибку. Ого, куда мой дружбан улетел? Ты что, решил по суше поехать? Так, давай, давай, давай. Чья ты вообще территория? Кому принадлежит? Красным. Уработал. С правой стороны еще чувак. Вижу. Джавелином, у него джавелин, ребята. Он очень опасный. Давай, вырубили. Ну я... Так, мы точку захватываем все-таки. Кто уничтожил ИС-7, на которую я хотел только что сесть? Ладно, у нас еще, по-моему, есть вот такая вот крутая пушка. В прошлом ролике, кто не в курсе, ребята. Ух, это пушечка. Это убийца вертолетов. Чувак, я тебя завалю, отвечай. Отдаю зуб, завалю. Он там летает такой, бомбы кидает.
нет, не получается. Мы все захватили, отлично, территория наша, мы уже здесь высаживаемся, мы крутые перцы. Кто? Откуда? Я только здесь появился, не хочу умирать. Где враги? Также я накачал другие какие-то снайперские винтовки, но они что-то как-то не выбираются. Мне круто, что это именно ствол выбирается в отделе гранатометов. То есть вместо гранатомета ты берешь его, это очень удобно. Это наши. Кто-то поехал на квадроцикле. Давай мы сейчас снайперку быстренько тут заменим. Значит, нам надо что? Нам надо тактическую поменять на снайперку. Там были какие-то... Я прям целые паки скачивал. Целые паки оружия. У нас тактическая. Также я дробовик что-то там закачал. Ладно, давай, наверное, сейчас пока побегаем с вектором, только возьмем чуть другой вектор. Есть еще вот этот вектор. Вектор что-то... Отлично. Да вы замучили, вы посмотрите, как они жестко накидывают нам эти красные солдаты. Хотят отжать единственную нашу точку. Еще вертолет тут летает. Но вертолет наша пушка возьмет без проблем, ребята. Ну. Давай, появляйся. Он прям здесь крушит. Да иди ты чё, прикалываешься, штока появился. Тебе труба, я тебя убью. Гад. Паршивец, где он? Наши. Где этот черт? Что у нас по мини-карте? Никого нету. Кто уже по мне стреляет? Самолет, самолет! Блин, сюда надо гидру, либо джевелин, что-нибудь надо, потому что вражеские самолеты уже нас замучили. Так, попасть в него это... Блин, да ты посмотри, как вы меня достали, а? Реально достали, слушайте. Ладно, фух, успокойся, что мы делаем? Давай мы сделаем по-другому. Давай мы выберем. Гидру выбираем. Тут у нас есть, что касается пистолета, что у нас есть такое интересное? Ну, не знаю, откуда у меня взялось это оружие. Без понятия. Давай возьмем дробовик какой-то. О, подожди! Это наши все точки захватили пока? Пока меня убивают, может, даже выгодно здесь умирать, а, ребята? Потому что вы посмотрите, как наши ребята справляются и без своего командира. Не, ну просто я приказ дал изначально правильно все захватывать, потому мы и побеждаем. То есть я дал правильную команду. Ис, давай сядем на этот Ис уже. Мне нужен еще боец, который будет сидеть у меня на Исе. Иди ко мне, дружище. А еще есть кто-то же, который... Воу-воу-воу-воу! Будет сидеть за пулеметом. Ага. А что это, бронебойный? Чё это такое внизу за снаряд какой-то? Ого, тут еще разные снаряды? Подожди, это как? Какой-то супер пробивной. Есть еще какой-то. Это что за снаряды такие? И7. А у 7 пушка какая-то. Я ее просто не вижу, ладно. Едем на танке. Вперед, как раз дружбан сидит за пулеметом. А еще где? Там же я вроде бы троих выбирал. Ну, обычный танк. Я не знаю, почему у него нету никаких таких звездочек в Steam Workshop. Нормальный танчик и нормально гусеницы себя ведут, смотрите. А, возможно, у него текстура больше, чем мы видим визуально. Вы поняли здесь? Потому что мы едем и за что-то зацепаем. Да. Смотри, качает его как. Едем, едем. Так, спереди кто-то есть. Кто-то хочет захватить нашу точку. Вот еще танк, ребята, который мы должны сегодня испробовать. Я даже не знаю, это танк. Вроде он в разделе танка выбирается. И 7 это стопудово танк. Кто тут спрятался? Вы видели? Вы это видели? Такой сидит от танка тихонечко. Подожди, реально у нас текстура неровная, смотри. А нет, не могу понять, что мы как-то... Едем и все зацепаем. Привет! А ну прям... Стволом не кто-то с неба упал!
Нормально. Вражина на самолете летел и сразу подбили над нашей базой. Ну вот это вообще непонятно, что это за танк рельсотрон. Я в шоке, что это за космический непонятный танчик. Снова вертолет падает прямо на нас. Слушайте, что происходит? Это какой-то бермудский треугольник, что здесь падают самолеты, вертолеты. Корабли тонут, наверное. Не, ну танчик зачетный. И 7 зачетный тут. Мне... О! Стоп. Бомбер. А, я не могу поднять. Поднять ствол выше не могу. Вы видели? Что происходит вообще, красный? Вы что творите? Просто огромный бомбер. Вместо того, чтобы летать где-то и скидывать бомбы, летел низко, врезался в землю. Что это было? Или я его подбил? Не, ну я знал, что я красавчик. Вот здесь удобно стоять, тут как раз взлетает вражеская команда. У нас еще есть прицел! Ребята! Офигеть! Я люблю этот танк. В танках там есть небольшое всего лишь увеличение, а здесь есть прицел конкретный. Как в снайперке. Вы посмотрите, я такой беру. Вот так вот. Приближаю, а там на базе вакханалия. И стреляю, вы поняли? Минус один. Закидывай, они возле флага. Заряжай. Минус один. Реально, из 7. Я не знаю, у нас реально сегодня серия очень крутая, потому что оружие очень крутое. Давай, танк. Давай, назад, назад. Стали удобно. Он не катится! Чего? Он не катится! Смотри, я остановился, танк четко стоит. Обычно техника куда-то едет. Кстати, тоже довольно четко слушается пушка. Вот именно бывает в танках, пушка как-то виляет, вы поняли? Это проблема. Даже вот когда делают мододелы, какие-то крутые танки, там пушка ведет себя как-то неестественно. Бывает, ты вперед направляешь, она в какую-то другую сторону. То есть здесь же четко пушка, куда я целюсь, туда она и смотрит. То есть ничего не виляет, смотри, я вперед. Надо чуть вправо. Вообще отличный танчик. Так, кто там внизу? Давай глянем. Я сейчас просто вот здесь вот стану. А что это такое за штуки, подожди? В воде. Непонятно, это ракеты какие-то. Там у них танки перевернутые. Кто-то за танком прячется. Смотри, они, а у них корабли застряли. Что это такое? Газует корабль. А давай мы сменим снаряд. Смотри, блин, это жесть. Даже прицел увеличивается. Офигеть. Давай мы вот этот какой-то бронебойный. Возможно, это фугасный, что ли. Смотрим корабль. Огонь по кораблю. Минус корабль. Сразу с выстрела. А? Купайтесь. Я знаю, что лето уже прошло и вода холодная, но вам стоит покупаться. Помойтесь. Вы видели, как снарядом четко попал я в красного? Блин. Огонь. Слушай, реально зачетный танк, зачетная пушка. То есть комплект всех векторов реально крутой. Особенно тот с пулеметом вообще четкий. Что у нас еще есть? Давай глянем. Где враги у нас находятся? А мы жестко лидируем. Враги захватили наш... Ребята. Корабль огромный, да? И получается, что мы с ними местами поменялись. Но, в принципе, это хорошо. Давай, вот такой летит. Огонь. Снаряд летит очень быстро. Это позволяет четко попадать в цель. Где? Где синяя команда? Точнее, красная. Он же где-то летел. О, смотри, на катере. Высадились? Они по-любому, они сейчас с той стороны где-то нападут. Гады. Я выслеживаю. Я как снайпер, только, знаете, есть снайпер, который сидит... Ну, человек-снайпер, а я танк-снайпер. Вот смотри, допустим, лодка. Огонь! Ага, чуть-чуть все-таки по траектории летит снаряд. То есть нормально, то есть не прям прямо. Как в Counter-Strike пуля прям прямо летит. И никаких вообще, никакие силы на нее не действуют. То есть гравитация не существует. Здесь же все-таки немножко есть. Воу! Вот это дал жару, а лодка дальше поплыла. Смотри. Припарковал лодку. Наши пошли в наступление. Сейчас только кто-то сядет в бомбер, я сразу его сниму. Огонь! Блин, выше надо было, выше!
Блин, не перезарядилась. Там долгая зарядка у нас. Ну ничего страшного. Высматриваем. Высматриваем. Я... Самолет. Огонь! Промазал по самолету. Ну ничего страшного. О! Привет! Дружище, ты к нам заплыл? По-моему, ты... Красный корабль, пожалуйста, вернитесь! Вернитесь в свою страну! Он думал, что на нейтральной территории, вы поняли? В море. А он все-таки пересек границу, а мы такие сидим и смотрим, чтобы враги не пересекали границу. Так, так, так. Красный! Кто-кто на балконе сидит? Давай мы сейчас прямо туда закинем. Бу-бух! Минус два, там еще один за окном. Он жив! Он пошел посмотреть, почему те умерли. Подожди, там наши. Давай, кто победит, красный или синий? Почему они на балконе? На. Получается, что у нас здесь немножко фугас есть, да? Так, это у нас такой бронебойный. Давай этим постреляем. Что этот может? Так, вижу вертолет. Ага, тут вообще траектория огромная. Вот корабль. На нас идет. Не до... Подожди, у этого траектория совершенно другая. Надо по точечкам целиться. Перелет. По ком он вообще стреляет? Стопе, 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 стопе. Огонь! Да блин, не нравится мне этот снаряд. У него траектория какая-то неправильная. Вот этот хороший у него траектория. Так, кто там следующий? Красная команда. Все, там где-то плавает. Хорошо, что дальше? Высматриваем, высматриваем. Нету врага, ребята. Ну, я не знаю, я так долго еще за танком не сидел в снайперском режиме. Это отдельный геймплей. На! Минус один. Сразу пошел на дно, иди на корм рыбам. Днище ты морское. Так, ну что ж, мы на танке поездили, реально крутая тема. И 7, четкий танк, зачетный. И по внешнему виду, ну, то есть, здесь хорошо реализован. И в техническом плане все четко. Ставлю ему, наверное... О, кстати, давайте будем оценку ставить. Вот с 10 баллов я ему ставлю 10. Лучше, но я не знаю, как можно было сделать. Все четко. А вот, правда, что это за дырка? А, это типа увеличение какое-то. Я не знаю, зачем это было сделано. Нет, не ставлю 10, ставлю 9, потому что вот эта штука... Я понял, для чего это было сделано. Чтоб, допустим... Все-все, я все понял. Ладно. Давай глянем сюда. Что это за трактор? Что это за рельсотрон на гусеницах? Космический корабль. Давай глянем. Так. Боже мой. Что это за убийца такой? Я за пушкой сижу, я даже не за... Подожди. Зачем я еду? Ого, это какой-то трехколесный. Подожди. То есть я либо сижу за пушкой. А что за тупость? Я либо за пушкой, либо за управлением. Танчик, что с тобой? Я отсюда вообще смогу выехать? Задом хотя бы. Да, по внешнему виду он крутой, а по функционалу что-то он какой-то вообще кривуля. Ну, к нему надо приловчиться, да? Плохо, что нельзя и ехать, и стрелять, да? Так, ну давай тут поснайперим. Посмотрим, что он может. Так, зачем я сижу? Подожди. Стоп, а он просто заглох, что ли? Или я вышел? Не, ну непонятная машина внешняя. Там у него какие-то ракеты, что-то еще есть. Подожди, надо с этим всем разобраться. Ну? Это я еду. Так, стрелять я не могу. Сел за пушку. А, вот за пушку. Пушка 3. Что у него есть за... У него всего лишь одно, подожди. Подожди, у него всего лишь один выстрел. Ну давай посмотрим, насколько он вообще мощный.
Боже мой, ну у него никакого приближения нету. Просто вот от первого лица и все. Да. Как-то не очень интересно. Давай глянем, что мы вообще сможем. И пушка не поднимается вверх. Ну что это за такой за танчик? По вертолетам мы стрелять не можем. Чё я не стреляю? Короче, это вообще днище. Я не понял, он кнопки не слушается. Может, конечно, я не до конца разобрался. Ну да ладно, ребята, ролик уже затянулся. Реально, И7 офигенный. Вот эта вот линейка векторов тоже крутая. Ну реально, крутая. До безумия. Они скоростные. Это то, что нам нужно для игры Ravenfield. Скоростное оружие. Ты, допустим, выходишь на врага такой. Он здесь стоит, да, ты такой выходишь такой. И сразу всаживаешь ему несколько пуль. Вдруг он не один, но, допустим, здесь 25 патронов. Двоих можно четко убить. Но если постараться, не рядышком троих. Ну что же, ребятки, победа за нами. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале. Скоро увидимся. Пока.